Ну что, друзья, всем привет. Продолжаю. Вот этот вот аппаратик я сейчас получил на почте. Ну, это не AGM, а G-Sync якобы, но я думаю, что вот мое мнение, что это, наверное, он же. Просто продается под другим брендом. Вот сколько я за него заплатил. Надеюсь, видно. В кадр, надеюсь, влезет сейчас где-то. О! Минус еще кэшбэк не забываем. Поэтому за 4000 такой аппаратик, я надеюсь, будет стоить того, чтобы его покупать. Вот сколько цену видит Али. Ну и, в общем-то, сейчас приступим к его распаковке. Врубаем свет. Погнали. Ну, первое, что меня удивило. Я надеюсь, вы видели, что посылка заказана была 28-го. Получена 5-го. Мне извините, но это 7 дней. Ну, допустим, они там немножко жулили, отправили раньше, чем дали трек. Ну, допустим, 8, но максимум 10. И за 10 дней телефон в Питере. Смотрите-ка. Упаковано неплохо. Даже в шоке. За такие деньги еще прикольно упаковано. Может быть, фраза животворящая действует, когда я дописываю по ссылке адрес канала. Потому что они понимают, что это им рекламка получится. Ну, заметьте, на упаковке никаких опознавательных знаков. Кроме вода, пыль. Хрен его знает, отражение, защита. С двух сторон. Здесь имеи. И больше никаких опознавательных знаков. Прикольно. Так, что мы имеем? Аппарат у нас хотя бы тот. Визуально тот же самый AGM. На ощупь материал офигенный. Soft Touch. Такой, как будто бы прорезиненный пластик. Надеюсь, что это второй микрофон. Диод, камера. По бокам типа карбон. Рама карбон, передний амортизатор. Сборка. Ну, хрен его знает, будем проверять. Пальцы на экране остаются. Пленочка приклеена, поэтому, видимо, и остаются. Но я думаю, визуально это тот же самый AGM A2. Владельцы, пусть скажут. Порт micro USB. Ну что, вот это вот, надеюсь, клапан давления, надеюсь. Вот это место для шнурка, поскольку этот аппарат, я надеюсь, все-таки ребенку на отпуск выдать. Вот и проверили. Надеюсь, что сюда он будет его как раз привязывать, чтобы не потерять. Ладно. Смотрим, хотя бы банка-то в наличии или нет. Блин, и так я крутить буду долго. Как хорошо, что ногти забыл постричь, блин. Нечем бы крутить было. Лезть в коробку, конечно же, можно. Там отвертка, наверное, есть. Но как-то лень. Ну-ка. Давайте, история века. Есть банка или нет? И вообще внутри там телефонной запчасти-то есть? Или это корпус? Смотрите-ка, все есть. Так, тебя куда снимать-то? Вот так тебя снимать. Две симки, понял. А карта памяти что, не судьба? А, вон карта памяти. Ну что, все хорошо. С исключением того, что симки не такие маленькие, как я привык. Придется на них сейчас адаптеры одевать. Да, неувязочка. Ладно, это тогда пауза. Смотрим, что у нас в коробочке. В коробочке у нас самая банальная зарядка. Причем даже не запечатанная. Называется, можете посмотреть. Запечатать и продать дальше. На 1 ампер. 5 вольт, 1 ампер. Ленточка не сорвана, на самом деле я не шучу, вот. Можно ее сорвать и заклепать. Так, зарядка здесь явно не такая должна была быть, по-моему. Хотя и это лежит неплохо. Так, ладно, вот дальше инструмент для затягивания болтов. Ну и провод. Все. Минималистичный комплект. Пиши свое имя и продавай, называется. Не, ну зарядка-то реально не лезет, если подумать. Как оно у них вообще помещалось-то? Вот, видимо, так и помещалось. Почти никак. Ладно, хорошо. С макулатурой все покончено. Достаю переходник. Ладно, может быть, подойдет. Так, извлекаем симки из предыдущего аппарата. Благо, одна тут уже в переходнике. Сейчас будет вторая в переходнике. Это у нас будет SIM-2, то бишь Теле-2.
Карту памяти вставлять пока не буду. Так же, как и закрывать заднюю крышку. Хотя он может это чувствовать, зараза. У него тут контактная пара есть. Ладно, закрою, закручивать не буду. Блин, он и это может почувствовать, собака, потому что очень сильно не дотягивается. Ладно, наживлю. Пока он пусть включается. Так, это качелька. Это питание по маркировке, судя. А это я не знаю что. Включаем и крутим одновременно. О, вибра пошла, значит он хотя бы жив. Просто Android, никакого ЭГМ. О, как минимум работает. Звук есть. Так. Что могу? Фонарик. А, еще включить надо. Работает. Но за 4000, если фонарик работает, уже день прошел не зря. Так, по поводу сим-карт. МТС Теле 2, пожалуйста. А что-то приема-то нет. О, регистрация Теле 2 прошла. Или МТС, а это регистрация МТС прошла. Что-то насморк одолел, простите. Короче, Теле 2 тоже зарегистрировалась и выяснилось, что включен даже интернет. Выключаем. Смотрим сети Wi-Fi. Тач пока вроде хорошо работает. Айпишник тоже неплохо получился. То есть Теле 2... Ой, Wi-Fi быстро подключился. Так, ладно, смотрим, есть ли русский. Language and input. Language. Русский есть. Хорошо. О телефоне. Модель Т58. Процессор, сами видите. Android 5.1.1. Ну, как говорится, за 4000. Хотя бы так. Тыкс. Что еще у нас тут может быть интересного? Спецвозможности. Кстати, какой он легкий. Ё-моё, по сравнению с моими последними броневиками. Ой. NFC, Android Beam. Кстати, да, NFC включен, сейчас проверим. Работает. Значит, эти контакты были не что иное, как от антенны NFC. Прикольно. Что осталось? Настолько свет в оконце. Возвращаемся. Кнопки. О. То есть пробуждение кнопками громкости, если камера поломалась. И кнопка камеры в наличии. Прикольно. Экран. Экран, кстати, скажу, какой-то такой сероватенько, блекловатенький. И это причем максимальная яркость почти. Ну вот он минус дешевой модельки. Так, звуки. О, высокие, жесткие, возможно. Отдельная мелодия на каждую симку. Ну и посмотрим, что у нас. Ладно, давайте на Теле 2. Что за рингтоны у нас есть? Ну. Короче, не громкий он. Ну, значит, будет спасать только то, что высокими хорошо жарит. Ладно, хорошо, хотя бы так. Ой, смс-ка пришла. Опять от Теле 2 якобы не поддерживает телефон автонастройки, хотя уже все работает. Ну и Теле 2 в своем репертуаре. Так, ладно. Прикольно. То есть усилителя тут как такового нет. Это вам не МТК. То есть громче он будет только если сам при звонке. В лучшем случае. Давайте проверим. Уж очень хотелось бы, чтобы он был громче. Да.
Ладно, руками наберу, быстрее будет. Так, МТС, значит, с МТС. Да. Громкость, конечно, не супер. Звонок в обратную сторону будет в два раза громче. Но что мы хотим за 4000, ё-моё. За 4000, что он хотя бы работает, уже чудо. Ладно. С остальным всем буду показывать уже потом в обзорчике, поскольку хоть аппарат и дешевый, но функций вроде как много, значит, обзорчик буду делать. Лишь бы камера работала хотя бы как-то. Это фронталка. А другая где? А другой нету, что ли? Прикольно. А, есть. Просто скрытая ее настройка. Автофокус даже есть. Вообще здорово. Ну-ка. И от прожекторов полосит. Теперь посмотрим изблизи. О, зато вблизи фокус ловит. Вот ее большой плюс. Так, а где посмотреть-то? А, понял. Ну что, камера, кстати, неплохо снимает. Это же посмотрите. То есть макроснимки будут ребенку удаваться. Ну что, прикольный аппаратик. Единственное слабое место, на мой взгляд, это тускловатый экран. Как я понимаю, ни хрена не IPS, наверное. Или какой-то хреновый. Нет, не IPS. Под разными углами. Сейчас свет вырублю, чтобы вы видели. Цвета меняются. Вот, например. Но за 4000, по-моему, очень даже. Ну, громкости ему, конечно, бы добавить не мешало бы. Ну, я напоминаю, 5-й Android, он настраивается так нехиленько. Можно поставить кучу всяких доп. Программ, и это все станет немножечко лучше. Ладно, короче, с распаковкой, я думаю, завязали. Аппарат вы видели, визуально это один в один. АГМ-А2. Программно он или нет, это я не знаю, у меня его не было. На ощупь он очень прикольный. Боковинки вот эти, они из какого-то... Может, и правда из карбона, может, нет, не знаю. Но на ощупь очень прикольного такого хрустящего материала. Кстати, да. Можно же звук проверить. Пишет второй микрофон при видео или нет. Камера. Блин, простите. Так, видео. Во-первых... Настройки видео, качество, 720 максимум, блин, ну ладно, так, звук у нас не настраивается, не вижу, ладно, попробуем, пишем видео. Сейчас скажу ему специально ближе к нижней стороне, а теперь к верхней стороне. Нет, верхний микрофон не работает. Значит, в лучшем случае шумоподавление. Ну, или open камера, может быть, его прокачает. Так. Шумоподавление-то он хоть дает? Походу, даже и шумоподавление не дает. Ладно, буду разбираться, потом уже будет основное, другое, более длинное видео. Пока вот так вот он выглядит. Достаточно сюда любой лейбл влепить, и можно сказать, ваш смартфон. Можно сюда латуху написать. Продавать под брендом Латуха. Ладно. По корпусу. Стекло, если вы видите, чуть-чуть утоплено. Практически никак. В общем, ничего не меняется со временем на рынке. Аппарат старый, напоминаю. Старая модель. Зад тоже. Камера утоплена чуть-чуть, стеклышко. Но опять же, на такую же мизерную величину. Кнопки нажимаются. Сейчас мы погасим. Вот.
загорается. То есть кнопки внутрь не утоплены. Динамик не громкий. Голосовой еще не проверял. Микрофон, кстати, тоже не проверял. А, нифига, проверял. Видео уже записывал, значит, проверял. Ну, значит, все. Буду дальше разбираться, буду генерировать про него видео. Все, всем пока. До свидания. Это была распаковка аналога AGM A2, JASON A2. Ну и немножечко так для затравочки, народ. Вот сейчас происходит даже синхронизация с часами. Хотя часы под последнее поколение заточены, но Android 5.1, однако, соединился. Я надеюсь, все узнали, это L5. Все мои приложения вроде как этот аппарат схавал. Извините, по-другому не знаю, как выразиться. То есть он согласен все их ставить, он их ставит. Я сейчас Play Market, он вовсю кочегарит. Ставит то, это, блин. Тут огромное количество программ хочет поставиться. Куча программ уже обновилась. Короче, удивительно, беспроблемно пока все начинается. Но, конечно же, он горячий. Вот здесь вот в районе камеры он уже нагрелся. Ну, что могу сказать. На первый взгляд все зашибись. На второй взгляд будет позже. Поэтому я надеюсь, что вы все будете так же, как и я, ждать, чем все это закончится.